All citizens of the fatherland must come to Berlin by order of the Führer. Victory is ahead. This will see our final victory. Игра называется «Снайпер». Ряд бога. Когда все на месте, как это на матч. А, отлично. Это плохо, это как? Есть, нормально. Так это настройки игры сделать, чтобы они были просто слушателями, все будет отлично. Да? Ты нормально сделай, будет интересно. Второй этаж. Я на первом портале только прыгнул. Thank you.
Евгений, прям перед прицелом. Что за человек? Там за меня снимают. А зачем? Мне тоже будут патроны. Спасибо. А, я убрал. Да, тоже? Да, блин. Такой не хороший момент меня ударит. Так, хорошо. Спасибо. Yeah.
5 микрадов у нас не бежат. Да, да ладно, правда? Я думаю, он уже понял. Так страшно было, чё. Александр, а куда ты побежал? Да не знаю. В туман. Камикадзе бегут. Готово. Пионер. О боже мой. Это такое страшное место. Так, все супер. Скелетов можно убить только с сердца. Скелетов нет сердца.
это просто офигительно. Да я мертвого скелета, который лежал 6 патронов выпустил, этот патрон тоже умер. Там босс появился. Да. Ну за тобой. Thank you.
Чё-то я как-то надыбал, тут патронов для снайпы максимум у меня, чё-то не знаю как. Опасный ты. Вас забежал в один домик, забежал в другой. Готово? Ну кто будет приманкой? Да, ну потому что сейчас все начнется. Целый минут левого входа. Там не стоять. Ну что, надо динамит поставить посередине. Ты, Мишка, на первом будешь? Я, ну да. Какое-то время постою на своем входе, так сказать. Это тоже на первом тогда. Там кто-то возвращается?
Там я у нас специально поставил динамит. И еще один динамит на центральный. Это хардкор просто. Забавно. Раз, да?